Какую фишечку придумать на церемонии на слова «Теперь вы муж и жена»? Когда говорят, что теперь вы муж и жена, жених с невестой целуются и все. Жених и невеста вряд ли когда что-то отвечают, если это сейчас вопрос от невесты. Если мы говорим про регистратора, то у каждого регистратора свои фишечки. И кто-то вообще не говорит вот эти вот пафосные речи из разряда «теперь вы муж и жена», «объявляю вас мужем и женой», «теперь вы навеки вместе» там, и так далее. Иногда регистраторы в принципе уходят от вот этих речей, ну, в силу того, что некоторые считают, что они как-то не имеют права объявлять молодоженов мужем и женой, ведь это же не официальная выездная регистрация.